Здорово, подписчики! Это второй видеообзор моего велосипеда, так как с момента первого видео он очень сильно изменился, очень вырос, как и вырос мой уровень катания, потому что тогда я практически ничего не умел. И это видео будет тизером к моему осеннему профайлу. Перейдем к железкам. Рама NS Suburban 2007 года. Многие знают, что это самый крепкий Suburban из всей линейки. Для меня это идеальная рама. Цена шикарная, геометрия классная и вес приемлемый. Из минусов могу отметить только неинтегрированную рулевую. Вилка Marzocchi Dirt Jumper 1 2011 года. На такой уже 3 года катает Sam Pilgrim, что о многом говорит. Из настроек это воздушная подкачка и регулировка отскока. Многим она не нравится вот этим скудным набором настроек. А я считаю, что в стриту и дерте в принципе больше ничего и не нужно. Накачал нужное давление, настроил под себя отскок и все, больше ничего и не надо. Руль NS Jalapena, к нему претензий нету, катаю на нем уже год. На следующий сезон хочется попробовать что-то с большим подъемом. Возможно, куплю Pride Street. Вынос Dartmoor Funky 35 мм длиной, что дает отличное чувство передка. Плюс он еще низкий, его можно поставить на вилку с круто обрезанным штоком, когда нет возможности поставить какой-нибудь другой вынос. И в нем заменены болты на титановые, и сейчас его вес составляет 130 грамм. Грипсы Alienation мягкие, приятные, но из-за этого они быстро стираются. Седло Haro фетовое, намного удобнее прошлого карателя Anusa от Visa People. На этом и в жопе посидеть удобно, и барспин крутить, классно зажимать ногами. Подсидел Thompson Elite, к нему претензий вообще никаких нету, вес шикарный и держит хорошо. Шатуны Prima Hollow Bite, легендарные. Покупались они из расчета цена-качество, и лучшего соотношения вообще не нашел. Если вы знаете что-нибудь лучше, то комментируйте, будет интересно узнать. Из минусов их это 22 вал и большой вес. Цепь КМЦ 710, тоже никаких претензий, это на ней многие катают, как на BMX, так и на MTB. Sprocket Shadow 33T, хороший, ну просто он большой и тяжелый. Педали Velga VP 12 на промах. Классные, алюминиевые, шипастые. Но их создавали, походу, для того, чтобы рубить ноги райдерам. Шипы нереально злые. Советую на этих педалях катать only в защите голени, потому что от малейшего удара сразу идет рассечение. Мне 3 штуки уже хватило, поэтому, если серьезно настроился катать, то одевай защиту голени. Перейдем к колесам. Спереди это стоковое колесо от Norki 125, оба single track, втулка Axiom, все хорошо. Покрышки Maxxis Detach 215, кевларовый корд. Для себя я лучших покрышек пока не нашел. Это light, отлично держит в стриту, классно на дерте. В парке хорошо, иногда потому что скользит по покрытию. И заднее колесо, это просто моя жемчужина, моя фишка. Это втулка Chris King. Это много шума, много денег и много пафоса. Я ее, когда купил это и поставил, просто в восторге. Накат отличный, минимум свободного хода, именно 5 градусов. Так что я просто в восторге от нее. Спицы Supreme Race, тоже лайтовые, ботированные и очень прочные. Задний обод ZTR Flow EX. Я очень долго думал насчет заднего обода и выбрал именно этот, потому что он прочный, легкий и все такое. Но решающим фактом стало то, что я его вырвал на распродаже за 450 гривен. Поэтому просто никаких вопросов не стояло о его покупке. В общем-то, по железкам все. Перейдем к катанию. You niggas know my pyroclastic flow. You
niggas know my pyroclastic flow, flow, flow. You niggas know my pyroclastic flow. It's R-A-W, R-A-W. You're looking at the Grand Wizard, Warlord. Vocal cords so vicious, and I don't have to show riches to pull up, pull off with some bad bitches. And it ain't about chivalry, it's about dope lyrics and delivery. It's about my persona. Ain't nothing like a man that can do what he wanna. Ain't nothing like a man that you knew on the corner. Seen come up and fuck up the owner. Заканчиваем обзор пробитым колесом об угол фанбоксом. Байк дергается хорошо. Отлично контролируется в воздухе. Многие райдеры, садясь на него, говорили, что байк собран идеально. Так что удобно он не только для меня. Шел я к нему больше 2 лет, и вот наконец-то собрал свою мечту. И спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх. До новых встреч!